Всем привет! Сегодня хочу сделать видеообзор своих покупок Fix Price. Вот, посчастливилось мне сегодня посетить этот магазин. И вот сейчас покажу, что я купила. В принципе, там сейчас большой ассортимент. Ну, думаю, все знакомы с этим магазином. Вот. Кстати, вот я еще записала видеообзор в самом магазине. Там вот пасхальную коллекцию. Это если мне муж вот там подредактирует. Сделает все, я еще в конце добавлю вот как раз видеообзор в самом магазине этого видео. Ну, начну с того, что купила вот ребенку такие мелки в пластиковом корпусе. Вот такие вот мелочки. Они удобны в футляре. Я хочу брать на улицу. У нас, в принципе, есть доска для рисования мелом. Вот, Ника. Фирмы Ника очень хорошая. С одной стороны магнитная, с другой стороны вот именно мелками. А это я взяла для улицы. Сейчас у нас вот уже в Ульяновске снег подтаивает, порастаял на асфальте. И вот у нас Ярослав прям очень любит рисовать везде. Вот как раз ему на улицу. Сейчас я остановлю видео и покажу, как это все выглядит внутри. Дальше записываем. Так, ну вот, кое-как разобралась, как их использовать. Короче, вытаскивается вот эта штучка, и потом вот это поднимается и фиксирует. И вот сейчас у нас вот такая доска. И попробуем, как они вообще рисуют. Ну ничего, нормально. Ну вот они зеленые, но практически, мне кажется, что-то какой-то белый цвет. Ну на улице вообще, посмотрите, как удобно. Руки остаются чистыми, красивыми дома. На, сынок, порисуй. Порисуй. Так вот она сынуля любит рисовать. Там разные цвета. Уже куда-то уронил. Так, продолжим дальше, что мы купили. Дальше взяла вот такой крем. Этот крем я уже где-то заказывала в совместных покупках. В принципе, хороший. 50 рублей стоит. Хочу сказать, очень действительно, вот какие вот тут трещины, он улучшает состояние. В принципе, и профилактику. Я считаю, что нужно всегда свои ступни поддерживать в порядке, все время их чем-то мазать. Ну, хотя бы не каждый день, но через день или два раза в неделю. Вот. Этот крем действительно работает. Как говорится, дешево и эффективно. Так. Дальше. Дальше взяла вот такие носочки. Я сейчас на прогулку с ребенком хожу, и в принципе обычно в носках уже становится жарко. Вот взяла себе капроновые. Сейчас тоже открою их, проверю, что они себе представляют. Так, ну вот, в принципе, я распечатала, посмотрела цену, стоит 50 рублей. Ну, такие тоненькие, но в принципе тянутся хорошо. Ну, я считаю, раз, два, три, четыре, пять штук по 10 рублей. Нормально, посмотрим на прочность. Вот, я их распечатала, натянула на свою руку. В принципе, смотрите, тянутся хорошо. Вот я их даже пытаюсь порвать. Они не рвутся. Не могу их порвать, короче. Я думаю, они со своей задачей справятся. Несмотря на то, что они тонкие, они прочные. Так что рекомендую. Так, продолжим дальше. Что у нас там в пакетике? Взяла вот такие конфетки. Попросил взять ему что-нибудь к чаю вкусненькое. Вот взяла Твикс. Ну, как бы вкус Твикса все знают. Нормальный. Так, что еще я из сладкого взяла? А, вот такие можно кармельки попробовать. Фрути, вкус клубника, банан. Очень вкусно пахнет. Прям сейчас уже наслаждаюсь. Сынуля меня уже все увидел. Ну, возьми одну. Одну взял, все, хватит. Попробовали очень вкусные, прям такие мармеладки, что-то между жевательными конфетами и мармеладками, прям. Ну, запах обалденный, мне понравилось, вкусно. Так, еще что? Так, чай взяли цейлонский, ну, я не пробовал, просто взяла 55 рублей. А, 50 рублей. Так, дальше взяла вот такой контейнер для мелочей. У меня у мужа много инструментов. Он ремонтирует компьютеры, там всякую такую технику.
И у него вот это все валяется в банке, и это, как бы, раз еще ребенок раскидывает, и я вот хочу организовать ему там сделать всякие такие болтики одинаковые в разные ячеечки разложить. Я думаю, он оценит такую заботу о его инструментах, всяких болтиках, гаечках. Так, вот еще вот взяла такую щетку. Щетка, щетка. Щетка для ванны. 50 рублей. Во, кстати, для ванны, да. Я увидела, вот на ютубе тоже видела, как женщина чистит ей ванну. Я обычно обычной губкой. Вот решила попробовать. Мне кажется, вот прям хорошо справится со всем этим налетом. Попробуем. Дальше. Взяла вареную сгущенку. Сколько она? 25 рублей. Что ли стоит? Да. Продукт молокосодержащий. Это, по выходным я раз в неделю стряпаю всегда. Вот у нас суббота или воскресенье блинчики на завтрак. И я думаю, мужу и ребенку будет приятно блинчики покушать с такой сгущенкой. Попробуем. Ну, я, конечно, буду с творогом для себя фаршировать без сгущенки. Так. А вот еще что. Вот, в Фикспрайс увидела пасхальный, что-то у меня тут уже поцарапалось, пасхальный кулич. Готовая смесь, традиционный праздничный хлеб. А, только добавить масло и воду. Ну, то есть уже ничего не надо. Я не знаю, может кто-то пробовал, если пробовал, напишите, как вкусно, невкусно. Но я хочу попробовать уже заранее, до Пасхи. Если понравится, конечно, взять еще пару штучек таких. Вот. А, надо посмотреть состав, кстати, что тут в составе. А вот сахарная, так, так. Пищевая ценность, калорийность. Т-т-т-т-т. А где состав? А вот нашла состав. Мука пшеничная, сахар, песок, яичный порошок, молоко, дрожжи. Пищевая поваренная маска. В принципе, что-то ничего такого особенного нету. Простой хлеб, да, наверное, не знаю. Ладно, попробуем. Вкусно, невкусно будет. Так, еще что-то вот захотелось макарошки сделать с куриной грудкой. Вот какой-то сливочно-сырный соус попробую разнообразить. Вкусно, невкусно будет. Тут тоже недорого. 25 рублей, что ли. Так, умная раскраска. Это вот ребенку своему взяла. Такие вот раскрасочки. 55 рублей. Так, что у нас еще? Такие папочки мне нравятся. Такие папочки по 12 рублей. Прям классные. Я в них это всякие вот у меня, ну, на каждую неделю в распечатанном виде. Документы всякие вот у меня. И киевские органайзеры. И в них вот так папки. И в них вставляю еще вот такие штучки. Так, ну, с фикс-прайсом. А вот еще потом сказать. Муж уже с ребенком попробовали вот такие печеньки. Печенье сдобное, медовое, начинка клубника. Ну, никак вот именно, что не медовый торт, да, а просто вот обычное песочное печенье, как пряник, с привкусом какого-то меда или клубники. Ну, такое средненькое, не сказать, что прям в восторге, но ничего, к чаю придет. Вот, и еще я не нашла там все, что хотела, и забежала внизу в Магнит, и сделала еще покупки в Магните. А вот, очень хотела цикорий, он по акции 49 рублей цикорий взяла. По утрам очень мне прям нравится, а пить цикорий с молоком. Так, вот еще взяла 19 рублей в Магните такая глазурь, почему-то в этом не было. В фикс-прайсе глазури у нас. Пришлось в Магните взять. Моим девочкам. Еще взяла такие салфеточки из микрофибры. Я такими салфеточками мою посуду. Ну, меняю их раз в две недели, раз в месяц. И еще я взяла такой вот контейнер для колбасы. Я уже рассказывала в одном из видео, что у меня есть такой контейнер для лимона, для сыра, для чеснока. И что-то я тогда не захотела взять для колбасы. У меня муж берет себе иногда.
И вы знаете, приезжаю в следующий раз, и просто их нигде нету. Все промахом разбирают. В фикс-прайсе был, но там какой-то некрасивый такой пластик. А здесь, видите, наполовину прозрачный. Это будет очень красиво. Думаю, у меня даже возникла идея снять видео. А вот именно, что в моем холодильнике, как у меня там это все красиво будет стоять. Вот. Что там? А, еще взяла этот Activia бифидобактер-термостатный. Очень вкусный йогурт. Прям вкусный-вкусный. Такой прям нежненький. Очень мне нравится. Сырничками. Это вот замена сметаны, кстати. Жирность тут. Какая тут жирность? Во-первых, это, да, способствует пищеварению, пробиотик натуральный, без добавления сахара. Я, если хочу сладко сделать, я добавляю фит-парад, сахарозаменитель. Кстати, вот расскажу вам, ну, я его в ленте, кто вот хочет ограничить сладкое, вот есть такой заменитель сахара. Ну, нормальный, кстати, вот по вкусу как сахар, но калорийность у него вот написано 0 калорий. Так, очень маленькая калорийность тут. В баночках таких вот в ленте всегда они есть. В ленте в ассортименте баночки мне хватает на пару месяцев. Одну ложечки, прям пол ложечки нужно на стакан сахара. Выпечку можно, выпечку побольше добавлять. Вот я в такие йогурты добавляю, если хочу их подсластить. В ряженку добавляю, когда вот хочется что-то сладким. Вот. Всем рекомендуют. А баночки, которые у меня остаются, я потом оставляю под специи. Очень на икеевские похожи. Они даже вот так вот стоят. По-икеевски. Вот так вот. Так, ну все. Сейчас покажу чек, что у меня тут получилось. Вот в фикс прайсе 616,50 у меня получилось. А в магните 279. Все. Это все мои покупочки на сегодня. Все, кому интересно, увидите следующее видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.